Вот вы видите, уважаемые, кучу листвы, которую собрали с окружающих поляны. И потом будут грузить в коробки, увозить где-то на свалке. Хотя эта листва должна оставаться на земле, потому что это питательные вещества, которые из земли ушли. Это пища для дождевых червей и масса всего остального. Получается, что они превращают наши земли в пустоши. Эти люди из Средней Азии, приехавшие, которые работают в сговоре, точнее, по прямому указанию коррупционного чиновничества районного, которые осваивают деньги, выделенные на сбор листвы, они просто убивают наши земли, превращают ее в пустошь. Это преступление, это экоцид. Что со всем этим делать? Увидели дворника, который сгребает листву, подойдите ему, поясните, пускай он не делает этого. Давайте чуть-чуть побережем нашу землю, остатки того, что есть, чуть-чуть хотя бы. Ну, дворник все равно будет убирать, потому что ему дан приказ, и его иначе просто выгонят. Телефон у руководящей организации, звонок туда. Существует разъяснение Департамента природопользования правительства Москвы относительно того, что листья убираются только с проезжих частей и с тротуаров. А то, что их убирают с земли, это глупость и преступная глупость, с корнями, имеющие коррупцию. Ну, конечно, нет, но это вообще, это уничтожает плодородный слой. Я не знаю, мы вот здесь с детьми бегали, именно по этому району я здесь рос. Мы же здесь, я не знаю, вообще все было другим. Здесь росли везде кустики. Здесь не было вот этого, это же ну просто жесть. Вот нашим детям досталось вот это, пустыня, из которой торчат палки. Единственное причем, удобрение – это собачье дерьмо. Причем вот эти, да, вот эти вот деревья несчастные, они же будут тоже загибаться. Это очевидно. Это все процесс нескольких лет, и все, и хана. Хана. Ну как, у этих людей в Средней Азии пустыни, видимо, они хотят сделать то же самое. Да они выполняют приказ, я их как раз не склонен особенно винить. Да, это безусловно, их руками все происходит, творится. Наши-то не особенно захотят давить. Кому захочется собственный двор гробить? Это да, это руками тех людей, которые на чужой земле. Ну что, да. Дорогие москвичи, давайте чуть-чуть отстоим нашу землю, нашу почву. Ну давайте попробуем, хотя бы так вот, хотя бы наше с Димой свидетельство. Да. Еще раз, увидели дворника, подойдите, поясните ему, что не нужно этого делать. Кучу листвы вот взяли вот так вот, раскидали обратно. Если дворник возмущается, берете телефон вышестоящей организации, кто ему отдал этот преступный приказ еще раз, и ссылайтесь, и звоните туда, и ссылайтесь на распоряжение Департамента природопользования. От 2009 года в интернете все это ищется. Ну да, и ведь это что это значит, что червякова нет, птицы не прилетают. Раз червякова нет, значит природный слой, вот этот вот плодоносный, он вымывается каждую весну, правильно? Это же ты мне тоже рассказывал вот эти вещи. Ну да, 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 да. Ну так, по мере сил, в общем, показали, что могли ребята. Давайте, живем. Удачи.